Зажигательное музыкальное сопровождение, специальный инвентарь и, конечно, точечное выполнение каждого движения – залог успеха в художественной гимнастике. Но и моральная поддержка для спортсменов очень важна. Краевой турнир собрал около 200 спортсменов не только из нашего региона, но и из Томской и Омской областей. Выявляли сильнейших в личном и групповом первенствах. И, конечно, все стремятся попасть в сборную края для участия на чемпионате и первенстве Сибири. На первенство с СФО попадает команда из 10 человек. То есть это гимнастки, кандидаты в мастера спорта и первый взрослый разряд. На краевом турнире у каждой спортсменки была своя цель. Кто-то набирался опыта или вел борьбу за золотую медаль. А вот мастер спорта по художественной гимнастике Алина Перфильева в Барнаул приехала для поддержания формы и подготовки к важному турниру – Кубку России. Туда попадают 24 сильнейшие гимнастки с чемпионата России, который проходил в феврале. Еще раз проверяю все программы, чтобы быть полностью готовой к Кубку России. Ранее по итогу баталий чаще всех на пьедестал забирались хозяева. По итогу последнего турнира у алтайских гимнасток 22 медали, одно золото у спортсменки из Омска. Можно сказать, что краевой турнир для наших получился успешным. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.